Это главные новости Екатеринбурга, и мы продолжаем. Мокрый асфальт и неосторожность водителя стали причиной серьезной аварии на Серовском тракте. Утром там столкнулись «Газель» и легковой автомобиль. По словам очевидцев, грузовик внезапно потерял управление и вырулил на встречную полосу. Удар с иномаркой, которая ехала навстречу, был такой силы, что у «Газели» отвалились кабина, а кузов перевернулся. В машине были водители и пассажиры. Они чудом остались живы и сейчас находятся в больнице. Туда же увезли еще одного пострадавшего, который был в «Шкоде». Спасателям пришлось вызволять его при помощи гидравлических ножниц.